Всем доброе утро. Волнительное утро у нас сегодня получилось. Ребенок пошел в другую школу. Ну, теперь отдельно. То есть, вот это основная школа, а вот за мной там первый класс находится. Там же у них и продленка, там же у них и столовка. В общем, очень классно. Учителя хорошие. Все классно. Не знаю пока что сказать, но вообще все классно. Волнуюсь очень, потому, ну, блин, как первый раз вроде веду ребенка на 1 сентября, такие же самые чувства. Все опять с нуля. Волнуюсь, а как примут и как примут другие дети, как вообще в школе будет. В общем, посмотрим сегодня вечером. Получим книжки и посмотрим. Ну вот и все, друзья. Последние документы, книжки сдали в школу. Все, вон она, школа наша, в которую мы начали ходить. Все уже отдали, деньги за питание мы забрали со столовой, книжки сдали, все документы сдали, все. Теперь нас тут больше нет. Мы теперь туда не ходим. Ну и все, ну правда волнительно. Сегодня расскажет дочка, как там у нее все прошло. Лучше, чем тут было, или хуже, чем тут было. Ну, в общем, в конце посмотрим, в конце видео. Дождитесь, посмотрим, что она расскажет. Приехали к друзьям в гости. У них свой дом в лесу. Очень круто, прям очень обалденно. Погода шикарная, все зелено. Огонь. Вот за мной лес. Сейчас еще заедем к ним в ресторан. У них есть свой ресторан здесь. Заедем в ресторан и поедем по Дашу. По Дашу. Нам еще сегодня на собрание в садик, чтобы нам расчеты получить все. Бумажки отдать, книжки, которые для нас заказали, садики для Анечки тоже нужно забрать. В общем, дел еще полно. Всем еще раз привет. Ну что, в общем, приехали мы. Только приехали, такой целый день в разъездах, очень устали. Но самое главное, что ребенка нормально приняли в первом классе, нормально покушала, очень довольна осталась, правда. Она даже более радостная, чем в той школе. Потому что, ну, одна из причин, я так думаю, то, что мы доехали до школы за 4 минуты. Не полчаса ехали, а всего 4 минуты. То есть она приехала, она удивилась. Говорит, все, мы уже приехали, да. Еще момент такой. То, что у них первый класс в отдельном здании. То есть продленка, первый класс и столовая, и игровая. Там все в одном здании стоит отдельно. То есть они там одни. Это тоже, в принципе, классно. Что еще? Ну, заехали в садик. Да, узнали, что там по книжкам. Ну, вот нам отдали целый набор для Анечки. То есть заниматься с ней, это как бы, ну, типа продленки и нулевой класс. То есть какие-то задания тоже дали, рисунки ее поотдавали.
пообщался я с директором, буду ему еще делать страничку для садика, хорошую сделать страничку, ну, в виде подарка, то есть это будет от меня подарок за все хорошее, что он для нас сделал, потому что дети ходили, первая ходила дочь туда, вторая ходила, ну, мы очень остались довольны. Что еще? Ну, вот так, в принципе, день прошел, очень-очень устали, видели самолеты, заехали в магазин, видели истребители, у нас здесь аэродром, тут натовские войска, по-моему, стоят еще. То есть видели истребители, прикольно. Сейчас где-то тут покажу вам видео такое. Вообще день такой насыщенный сегодня, правда, очень устали, но теперь намного легче. Завтра я на вторую смену, на 10:35, ну почти на вторую, так что рано просыпаться теперь не нужно, теперь можно выспаться нормально, и дети радые, радостные, и мы радостные, то есть не так будем уставать. В общем, ребят, вот так день прошел, если видео нравится, если нравится то, что я делаю, поддержите, поставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, пишите свои вопросы в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Ну и всем счастливо, всем пока, всем до завтра.